Вот 20 мая 2023 года, суббота. Как не торопился к восходу солнца, ну не добежал. Ну маленько поднялось, это ничего. Показать, какие тут изменения произошли. Тут деревья не давали чисто так сфотографировать. А сейчас деревья отпилили. Ох, я даже покажу, как они их отпилили. Вот оно все. Видно, что дальше они не идут. Видимо, продали полностью речной порт. И тут тоже будут строить вот эти высотные здания по 22 этажа. А рядом вот это не река, Обь за этим. А это от Оби, от Оби здесь, ну, рукав такой называется, как залив. Тут она уширяется, они дальше уже не пойдут. Но коснулись до нас. Вплотную почти подошли к нашему жилью. И мы опасаемся, как бы они на нас не покусились. Но мы молимся. Вон там видно труба. Она была такая высокая, казалось, когда-то. Не знаю, видно или нет. Вот она. О. Вот все здесь было. Они все это разнесли по разным местам. Видимо, вплотную тут не будут. Там достаточное место. Тут свалили. Вот. Работают. Благослови, Господи, трудящихся этих, чтобы аварии не было. Не просто это дело такое затеять. Ну, а здесь что сказать? Тоже деревья. Вот они отпилили каких. Сколько-то их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять тополей. А дальше уже не пилят, оно их не касается. Вот у меня голуби теряться стали, а тут гнездо было коршуня. Я обошел вокруг, все, нет. Деревьев здесь нету. А голуби исчезают. Исчезают очень серьезно. Стал думать другое. Коты. Оказалось, сегодня нет, при мне они не залазят. А без меня там дверку не закрывали, когда залазили, кто оставался кормить-то. А они в это время коты залазили. Голуби-то все улетают, а голубки сидят. Они их всех подушили. И это остались одни мужское население. И поэтому они улетели. Я их увидел, где они в городе Белые. Показывал это, даже ролик составили. Итак, по милости Божией. Это дети, видимо, тут огородили, чтобы дальше не ездили. Вот так. Показываю. Аллилуйя.